Всем доброго времени суток, это InvestWarrior, и сегодня я хотел бы рассмотреть проект Vortex по адресу vortex.io. Vortex – это проект, который имеет уже готовый продукт, который еще до конца разрабатывает, в общем, MySafe Vault. По сути, это будут различные сейфы, и это будет также много вещей в этой отрасли, то есть где сохраняют ваши вещи. Это могут быть депозит-боксы, это могут быть сейфы, это могут быть еще что-то. Также все будет закодировано на ERC-20 эфириуме, и, соответственно, вы можете, например, оставлять свое страхование или там посмертное желание, которое будет на блокчейне. Вот, и этот проект сейчас проводит ICO. Соответственно, ICO сейчас для VIP-байеров, для тех, кто хотя бы хочет купить 50 тысяч этих VTX-ов, и оно будет длиться с мая 22 до 1 июля. Минимальная покупка 50 тысяч VTX-ов и 1 VTX, соответственно, 13 центов. Если вы покупаете очень много VTX-ов, то уже цена будет 9 центов. Ну, возьмем по 13 центов, 50 тысяч, это значит, надо вложить более чем 5 тысяч долларов. Вот, и теперь рассмотрим все остальное. После этого есть также ICO для обычных людей. Здесь уже цены совершенно другие. И здесь все зависит от раунда. Минимальная покупка будет 100 VTX-ов. Каждый раунд длится 15 календарных дней. И последний раунд длится 17 календарных дней. В общем, для простоты, первый раунд заканчивается через день. И, соответственно, всего 50 дней осталось, 49 дней. Получается, что первый раунд заканчивается. И для обычных пользователей, кто вкладывает меньше 5000 долларов, а, например, 18 долларов, то раунд 2 вот сейчас вот будет по 18 центов. Раунд 3 будет по 20 центов и последний по 22. То есть чем раньше вы купите эти токены, тем они будут дешевле. Ну и чтобы купить токены, нажимаете сверху кнопочку Buy Token, дальше регистрируйтесь. И там важно отметить, что американцев не берут, поэтому вам надо будет поставить галочки, что вы не из Америки. Вот. Ну и теперь рассмотрим дальше. Дальше есть это... новости об этом проекте. Понятно, это скорее ревьюшечки. После этого то, что токен будет 4 раунда по 15 дней. Это мы уже все рассмотрели. Также есть loyalty бонус 20% от прибыли с продажи MySafe продуктов. Вот. Ну и есть реферальная программа и так далее. В общем, здесь есть схема, как это все будет работать. Дальше есть команда. В команде... понятно, много людей, с каждым можно связаться здесь, вот, и с каждым пообщаться. И есть еще листинги на различных ICO ресурсах, например, на ICO Holder, на ICO Daily и так далее. И есть социальные сети. В общем, сайт достаточно простой. Здесь снизу есть Ethereum контракт, можно на него нажать и смотреть, сколько же людей купила, на какую сумму. Но пока что видно, что всего 5 транзакций, 6 долларов. То есть пока что за эфир здесь почти никто ничего не покупал. Но важно отметить, что контракт создали 13 дней назад. Поэтому можно сказать, что ICO только началось. И я бы следил на вашем месте конкретно смарт-контракт. Когда пойдут инвестиции, тогда лучше и вкладываться в этот проект. Потому что чтобы успеть залезть, если пойдет хайп. Вот, на этом обзор Vortex я заканчиваю. Все ссылочки будут под видео. Если у вас появились какие-то вопросы, советую, кстати, в проекте в контакты зайти вот снизу, в Telegram. В Телеграме вам кто-нибудь ответит. На этом все. С вами был InvestWarrior. Инвестируйте и зарабатывайте.